Всем привет, друзья, на камешке Фэмбли. Вы меня просили послушать Хикерей, получается. Так, я Домикана смотрел. Хикерей Wanna Be 2D, вроде бы, меня просили глянуть, да? И вы меня просили глянуть Хикерей Monster As a Friend, да? Сеньорита я слушал. Так, и сегодня вышел новый трек у Лукманапа, ой, у Хикерея, давайте слушать. Слушайте его трек. Но перед тем, если вы не подписаны, подпишитесь на канал, советуйте свою песню в комментариях. И как бы всем всего хорошего, да, слушайте, клоун. Клоун. Что такое? Не пойму приколы. Чё? А, вот. Genius уже есть, если не ребята пишут, типа, хуйня удаляй, типа. Ну, по звучанию похож на Сеньориту. Но Сеньорита, мне кажется, получше, потому что там помелодичнее. А тут, как бы, понимаете, тут, мне кажется, бит не тот совсем. Надо что-нибудь было другое сделать. Но это личное мое мнение, поэтому никому не буду навязывать. Давайте глянем текст. На этой бэби из ТикТока нихуя не знает, она думает, что новый парень со мной, малышка Зева ТУ, сидит, не понимает, но я натрепил на бите, мой номер не узнает. Холтон, Кумар, Эталон, и бонусы, и мне это помогает, Пеннивайз, у нас такой оверсайз. Ёбаный клоун, ты тащишь соло, замутил снова, ты заебал, ты умер снова, но ты лишь злобный, все будто ООО, но ты не ожидал. Но вот здесь как-то нескладно все. Ёбаный клоун, ты тащишься соло, замутил снова, ты заклеблан, ты умер снова, внутри лишь злоба, все будто ова, но ты не ожидал, вот это, мне кажется, лишнее. Я, бля, Канеки Кен, а ты абориген, 3007, не понимаю, чё это, катаю карусель, сияю в этот цепь, на мне ща новый вес, играю геогес, тебя вывозят в лес, блядь. Честно, не знаю, по тексту слабо, может что-нибудь было поинтереснее придумать. Что-нибудь поинтереснее. Ребята, это лично мое мнение, поэтому... Так, слушаем, давайте дальше, погнали. Хикерей. А, что там?
Сейчас вообще я гляну, ребят, подождите, не убегайте, короче. На какие треки я делал реакцию, я просто не помню уже. Хикерей, Мушинский Фэмили. Мушинский Фэмили. Так, Хикерей Синьорита, Хикерей Домикана, понятно. Тогда глянем еще Zero2. Так, давайте начнем так, получается. Начнем мы с Monster Us Friend. Как бы такой трек слабый, мне кажется. Ну, мое мнение лично. Не в обиду фанатам, не в обиду самому Хикерею. Как бы надо было постараться просто, мне кажется, побольше. Очень классно поет на английском, классно, мелодично, классный клип, вообще шедевр. То есть вот эти работы, мне кажется, у него лучше получаются больше, да? Такие прям на английском. Ну, у него хороший голос, хорошо поет, молодец. И следом смотрим Wanna Be 2. Ну, этому треку я поставил бы 9 из 10. А клоуну я поставил бы 6 из 10, не в обиду. Wanna Be 2, да. Так, а что не весь экран смотрю? Хинтай, что ли? Биточек. Ой, басточек. Путаю. Это Хикере, да, наверное? Вау. Wow.
прикольно. Забавный клип, классный. И музыка такая прикольная, да? Ну... Че в конце? Ну это too much. Да, это было лично. Лучше не плеваться. Так, теперь смотрим. Выйди из кадра, плюс. Выйди из кадра, плюс. Ну что, прикольно, забавно. Интересно было глянуть. А чего не подписан? Я же был подписан. Отписала, что ли, YouTube замахал этот YouTube. Так, и последний, давайте за этого глянем. В топку, так сказать. Очень классно аниме. Жопы, жопы. Обожаю жопы. Понимаю, вот это мясо вообще. Очень пиздатый бит, пиздато зачитал про Зерату 02, да? Какого 2020 года? Вот его работы очень классные, вот эти вот, которые с клипами, да, очень интересно смотреть, да. Прям качественно делает, молодец, всех успехов ему. Понравилась мне эта песня, на самом деле, Зарету, наверное, больше из всех за сегодня. Хотя нет, Wanna Be 2, да, прикольнее еще. Хотя все прикольные, ну, кроме клоуна, что-то мне клоун не понравился, серьезно. Если у вас такое мнение, напишите его в комментариях, ставьте свое мнение, ну, то есть в комментариях, да, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если не сложно. Всем удачи, лета, хорошего настроения, всем пока, ребят.